Нет, мобильным рабом я себя никогда не чувствовал. Ну, законопроект и законопроект, бог бы с ним. А раньше было хотя бы удобно понимать, о каком мобильном операторе идет речь, когда тебе звонят по коду. Ну, для меня это, в общем, не проблема, и вообще для меня это не стоит на повестке дня. Ну, отменили, отменили. Вернут, вернут. Мне совершенно все равно.